чувствует он себя, ну, лучше, конечно, чем на земле, потому что в раю там, мне кажется, что там красота, которую мы не можем увидеть здесь, в миру. Там все даже монахини, они уже не в черных, а в белых облачениях. У них появляются большие крылья, и они летают как ангелы. Ну, чувствует он себя, можно сказать, ну, в душе у него большое спокойствие. Потому что он рядом с Богом, рядом со своими любимыми людьми. То есть он там может тоже увидеть своих родственников. Там большая красота, много цветущих садов, много цветов, много красок.